Всем подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу легенду 2,5 на 3 на брусья, таком красивом, с форточным блоком. Пока приехали, разгрузились, приступаем к монтажу. Мы установили, все выровняли, зафиксировали, начали обшивать стены, установили переливы. Сейчас будем крыть крышу, и останется у нас мелочевка, в том числе и грядки. Монтаж, напоминаю, строили сегодня теплицу легенда 2,5 на 3. Пойдем смотреть. С одного торца у нас форточка, с другого торца у нас цельная дверь. Каркас сделан с профильной трубой 20 на 40, 40 на 40. Покраска полимера порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан септиком и сверху покрыт тонером цвета палисандр. Также имеются у нас две грядки в размер, над ними две системы подвески. Еще выше форточный блок. На термоприводах. Поликарбонат здесь 4 мм, плотность 0,8. Все торцы защищены торцевым профилем. Вот такая вот отличная теплица, легендочка у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы и всем.